Севастополь обеспечен водой до конца года. Об этом сообщил директор государственного унитарного предприятия «Водоканал» Николай Болеславович Перегуда. На сегодняшний день запас воды составляет 49 миллионов кубометров. Сегодня мы понимаем и видим, что тот объем, который мы имеем в водохранилище, мы стабильно обеспечим город до конца года водой без всяких отключений. Полный объем 64 миллиона. Имеем 49. То есть еще есть куда брать, как можно элементарно брать 15 миллионов, 16 – это без проблем. А по нашей анализу, который мы ведем сравнение, в былые года где-то максимум нам приходило за лето 10 миллионов, это максимум. То есть у нас есть куда брать, и даже если нам придет 12 миллионов, мы их возьмем. Переполнение водохранилищу не грозит. По статистике, которую ведут сотрудники водоканала, за лето водохранилище пополняется максимум на 10 миллионов кубометров. Кроме того, ведется подготовительная работа по строительству новых очистных сооружений. На сегодняшний день все необходимые документы находятся на утверждении в Министерстве экономики в Москве. Сумма, которая, в частности, по Кос-Южным, и первый блок, и второй блок, и решение проблем канализования балаклавы, проектирование по балаклаве, там где-то сумма затягивает более 8 миллиардов. Это не то, что за один год. Это только в этом году будет выделено на проектирование, где-то сумма около 800, может быть, меньше миллионов на проектирование. Как сообщил Николай Перегуда, работа по проектированию новых очистных сооружений уже идет.